всех с добрым утром. У нас прекраснейшее солнечное утро на Аляске. И у нас относительно тепло. Сейчас 5 по Ренгелю, это примерно минус 10 Цельсия. Мы едем в аэропорт, нужно поменять машину на другую, потому что мы едем с Вербенка в Анкоридж. И... А потом кататься на лыжах. Я не очень люблю музеи, особенно те, в которых представлены чучела животных. И в данном случае мне не очень понравилось идти в этот музей, но мне очень хотелось посмотреть на животных, которые живут на Аляске. И посмотрите на этого парнишку. Это реальный размер медведя. Я ему, наверное, где-то по пояс. Хотели бы встретить такого парня в лесу? Вот эти вот друзья скоро проснутся здесь весной на Аляске и будут устраивать местным жителям веселье. Да? Вот такой костюмчик я уже примерила пару дней назад, очень теплый. И чтобы вы понимали, вот он полностью от головы до пят покрывает человека. Здесь рост метр, наверное, 40 в данном случае. Такие были маленькие местные изначально. Люди, которые жили на Аляске. Как вам вот такая вот сумочка? Почти как от Биркин. Она сделана из кожи салмона. Загадываю желание вернуться на Аляску летом. Утро начинается в Анкоридже. Заснеженный милый маленький городочек. Сейчас едем за кофе. Очередная ледяная пещера. Сейчас пробуем пробраться через непроходимые снега.
вообще. Снега по колено. Мы идем на хайк в ледяную пещеру. Виды просто изумительные. Наша дружная команда прокладывает путь через снежные заносы. Красотища. Okay, we are in the middle of nowhere, in the snow, and we were going to hike to ice cave, but we couldn't make it because of much snow, and finally we decided to do naked video, naked pictures, so let's see. Друзья, всем привет! У нас очередное утро в очередном новом отеле. Сейчас собираюсь, одеваюсь, пакую вещи, и мы отправляемся обратно в Фэрбэнк. Мы сейчас находимся в Анкоридже. Через 2 дня вылет из Аляски, и так не хочется. Просто не хочется уезжать отсюда. Здесь безумно много красивых мест, только посмотрите на этот вид. Маленький, так жалко тебя, да? Повесили. И тебя жалко. Находимся в Николаевске, а здесь находится одно из самых старых поселений русских, живущих на Аляске. Русские староверы, они носят юбки в пол, девушки покрывают волосы платками. И вот как раз церковь, такой маленький русский уголок на краю света.
русскую кафешку, обедать местным гостям. Они закрыты! Русская кафешка на Аляске. К сожалению, они закрыты. Блин, а так хотелось, так хотелось. Сейчас снова возвращаемся за руль нашего любимого коня белого. Идет снежок, такой эффект настоящей зимней сказки. Свежий снежочек начал нас засыпать. Холодно, но посмотрите, как красиво. So beautiful. Как побывать на Аляске и не попробовать местного салмона? Мы сейчас приехали в очень прикольную кафешку, в ресторанчик. Я заказала себе стейк из салмона. Надеюсь, он меня разочарует. Посмотрим, насколько вкусно будет. Принесли мой салмон. Очень интересный вкус, он копченый салмон, плюс еще поджаренный. Это вторая рыбка, выглядит прикольно все очень. Is this what you expected of Alaska? A little different than Maui? A lot of snow? Yes, I was expected snow. What are you about to do today? We're going to ride, to walk with reindeers. Do you have any food? Сегодня у нас очередные приключения. У нас тур с оленями. Снежная погода. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. I'd be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. Мы так долго хотели, пришлось бронировать и ждать за неделю этот тур, прогулка с оленями.
Посмотрите на это чудо. Какие они клевые. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing It should have been you. Another time, another place, I just know It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. Never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. Cause it should have been you. Hello, my sweet gosh. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Мы только закончили нашу прогулку с оленями, и это приятно после холодной погоды, нас угощают чаем, горячим шоколадом, также печеньками. Сейчас будет еще немножко информации по поводу оленей, и мы отправимся в наше следующее путешествие на горячие источники. 100 метров, поверните налево. Направляйтесь на юг. Это Аляска. Мужчина замерзает очень быстро. У нас сегодня какой-то просто невероятно снежный день. Все заваливает снегом. Из-за снегопада мы не успели поехать на горячие источники. Сейчас едем кушать и уже в аэропорт улетать. Итак, что же такое Аляска? Я решила приехать на Аляску зимой, потому что я давно мечтала увидеть северное сияние. И в какой-то момент я решила, что хватит мечтать, нужно брать и делать. И так оказалось на Аляске. На самом деле, здесь достаточно тепло. Когда выходишь на улицу, просто одеваешь на себя побольше одежды, два жакета, двое штанов. В принципе, ты находишься в морозе минус 40, ты тепло одет, у тебя мерзнет только нос. А сама температура вообще не чувствуется. Люди очень здесь такие душевные, открытые, рады туристам, рады вообще любому общению. К сожалению, большинство мест на зиму закрыты, и даже пойти на какой-то хайк, пойти в какую-то пещеру, это нужно ждать, когда немножко снежок подтает, чтобы было его чуть меньше, чтобы можно было дойти. Да, но все равно этот опыт, побывать на Аляске зимой, это что-то невероятное. Так, самолет у меня через 2 часа, сейчас я заехала покушать в очередную тайскую кафешку, и на самом деле столько тайской еды я, наверное, здесь в своей жизни еще никогда не ела. Я столкнулась с такой проблемой, что мне здесь сложно найти место, где покушать. В большинстве мест у них нет салатов, вся еда очень пережаренная, глубокой жарки, и люди вообще кушают здесь не очень полезно, и они больших размеров. Потому что порции просто гигантские, не знаю, как это возможно съесть. И, к сожалению, местные жители очень такие пухленькие, толстенькие. Но, может быть, таким образом они спасаются от мороза, я не знаю, но еда здесь очень не полезная.
посещаю Аляска. Я готова к перелету, к очередному. Запаслась чаем в удобной одежде. Let me tell you.